«Битва хоров» выявила самую талантливую команду. В этом году фестиваль «Поющий город» объединил около 600 участников из 40 творческих коллективов. В конкурсе участвовали коллективы дошкольных учреждений, городских школ, а также учреждений дополнительного образования, детской школы искусства и музыкальной школы. В итоге гран-при удостоены три коллектива. В номинации среди вокальных лучшими стали народный ансамбль чувашской песни «Хавас» и вокальный ансамбль «Мечты» из школы искусств. Среди хоровых коллективов гран-при заслуженно достался хору из первой школы. Участники «Битвы хоров» также удостоены звания лауреатов и дипломантов конкурса. Посыпали яблони,